Две значные для района подеи отбылись у Клишеве. Так, после реконструкции урочисто открыли будинок литерально полностью обновленного Дома культуры. Чекая своих новоселов и 32-квартирный жилый дом. Ключи от квартиры им отримали 6 шматдетных семьев. У сям'ї Паньковых 5 дзяцей. Дагэтуль яны арендовали жилье и вось нарэшце свой вугал. Очень все понравилось. Просторная квартира. Это для нас самое главное, потому что семья у нас большая. Дом отличный, хороший, видно, современный. И обделка такая, знаете, не сделали не абы как, а действительно, что можно вселяться сразу же в него и жить. 32-квартирный дом сдали у эксплуатацию на месяц ранее запланированных терминов. Он побудованы на месте былого интерната. Квартиры полностью с опрацовкой предназначены для разных категорий громадян. 7 квартир – это для многодетных семей по 13-му указу идет. И 25 квартир – это бюджетное финансирование. То есть это будут ветхие, социальное и арендное жилье. В основном сюда переселятся молодые семьи и молодежь, которая приехала для работы в Клишевском районе. Это учителя, это врачи и другие специалисты. Шматдетные семьи будут жить у 3 покоевых квартирах. Ключи от них отримали 6 семей. Поглядели и, так бы мовить, докранулись до своего нового жилья. За 8 год у Клишеве побудовали 300 квартир. Наталья Ильинич, Сергей Карпяков, Александр Тарасов, новини региона.